Внимание, внимание! Всем, всем, всем! Если вы и ваши дети устали от однообразных заокеанских мультфильмов, если вам надоели одинаковые герои и примелькавшиеся сюжеты, значит, наше следующее предложение именно для вас. Не один, а целых 2 часа самых лучших отечественных мультфильмов на одной кассете. Мультфильмов, без которых наше детство невозможно было бы представить. Сделайте и вашим детям подарок. Итак, новая, многочасовая, а главное, многосерийная коллекция лучших мультфильмов под общим названием «Самые любимые мультики». Все, что было сделано за последние полвека в отечественной мультипликации на видеокассетах «Союз Видео». Самые любимые мультики. Дорогие дети, уважаемые мамы и папы, предлагаем вам продолжение программы «Караоке детям». «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето» — эти и многие другие лучшие песни из лучших мультфильмов в новом сборнике «Караоке детям 2». И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. И желаем жить, по-другому не желаем жить, по-другому. Ёлочка веткой зелёной поёт, придет Новый год. Дили-дили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Вот оно какое наше лето, лето яркой зеленью одето, лето жарким солнышком согрето, дышит лето ветерком. Лучший подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. В волшебной стране караоке песни не кончаются никогда. Ничего-то не достает в жизни. Я только дарю подарки, а сам ничего не получаю. Элмер, клянусь снегом, в чем дело? Каждое Рождество ленишься. Звездная пыль. Господи, сани пропали! Какой же ты у меня догадливый. Во имя всех оленей сани пропали. У тебя уши торчат. Это у нас семейное. Ты что, родственник того инопланетянина из газеты? Шериф, немедленно выясните, кто прилетел к нам на этом средстве передвижения. Объявите розыск, заблокируйте дороги, накиньте на него сеть. Клаус очень занят перед рождественской ночью, поэтому, чтобы раздать вам подарки, он прислал вместо себя своего самого любимого эльфа. Чтобы быть волшебником, нужно верить. Думай не головой, а сердцем. Подарок для меня, правда? Счастливого вам Рождества!